начала я должен предоставить слово генеральному директору Суварстроит Нурмухаметова Руслану Ринатовичу. Добрый день. От имени компании Суварстроит приветствую всех присутствующих. Хотелось бы отметить, мы находимся на территории жилого комплекса Манхэттен. Он включает в себя три секции, три дома, соединенные между собой одной столобатной частью. Под нами в настоящий момент еще два уровня парковки. Хотелось бы отметить, что данный жилой комплекс для нас особенный. Это наш первый контент-хаус. Этот жилой комплекс создавался с учетом всех современных достижений в сфере архитектуры, организации пространства в мегаполисе. Считаем, что наш жилой комплекс будет радовать своих жителей и будет служить украшением города Казани. Передам слово нашему коммерческому директору Эльвире Ринатовне. Да, приветствую всех. Очень рада всех видеть, потому что много знакомых лиц. Вот. И я с радостью хочу презентовать этот жилой комплекс. Считаю, что он один из лучших наших комплексов. У нас их всего 9 и в разном сегменте. И этот жилой комплекс комплекс бизнес-класса. Почему? Потому что он находится в 5 минутах от исторического центра Казани, создан по авторской архитектуре. Каждая башня, она имеет свое лицо и названа, соответственно, архитектура, в которой мы сейчас находимся, шоу и искусство. Нет повторяющихся секций, они все индивидуально разработаны, можно будет каждую зайти посмотреть. И, соответственно, этот дом очень комфортный. И почему покупают люди и почему выбирают? Потому что это закрытая территория, комфортно, что два уровня парковки. И дом, мы считаем, что он такой достаточно умный, потому что у него есть солнечные батареи, лифты, которые энергосберегающие, архитектурное стекло, самоочищающееся. И использован элемент умного дома, шоу-руми, который мы сможем посмотреть. Вот, я предлагаю пройти детский сад, который находится на территории, и директор детского сада расскажет о концепции этого детского садика. Как мы уже сказали, на все ваши вопросы ответит директор сети «Маленькая страна» Нингазова Альбина Рашидовна. Это руководителем сети детских садов. У нее огромный опыт. Вот, как работать как в франшизе, так и без нее. И все дети под присмотром. Мы уже с некоторыми встречались неоднократно, рассказывали про концепцию тех детских садов, которые представлены в других жилых комплексах. И вот Альбина сейчас расскажет про этот комплекс. Да, у нас здесь... Всем здравствуйте. Это наш частный детский сад. Он рассчитан на три группы. То есть он семейного типа, небольшие группы. То есть и, соответственно, маленькое количество детей. То есть здесь детей будет 15 человек, в соседней группе будет 12, а в соседней, в третьей группе, это будет 9 человек. То есть группы небольшие. Соответственно, как бы, да, мы можем принять маленькое количество детей, но мы больше рассчитываем как бы на жителей нашего ЖК Манхэттен. То есть мы будем рады видеть именно наших детей, которые как бы расположены в наших домах, потому что удобство того, что здесь находится частный детский сад, это очень удобно привести ребенка сюда, забрать его в 7 часов вечера, он будет накормлен 5 раз в день, где будут с ним заниматься, играть, развлекать, проводить вместе с ним практически 12 часов, да, его рабочей жизни. Вы будете спокойно находиться на работе. Вы знаете, как, что от того, что очень маленькое количество детей в группе, это способствует тому, что дети очень редко болеют. Здесь будут оснащены медицинскими дозаторами, то есть очистители воздуха, постоянное кварцевание, проветривание. Медицинский работник с 8 до вечера будет находиться здесь непосредственно в нашем детском саду. Вы посмотрите медицинский кабинет, у нас здесь еще есть своя кухня, то есть мы будем непосредственно здесь готовить и тут же подавать нашим деткам свежую горячую еду. И если говорить вообще про само размещение детского сада, то есть почему это важно? Потому что в доме достаточно большое количество трехкомнатных квартир и более. И, соответственно, это семейные люди, у которых дети. И поэтому было очень важно, чтобы обеспечить шаговую доступность прямо внутри, в самой же закрытой территории. Потому что, я говорю, если дом комфортный, то нужно этот комфорт создавать во всем. И подумать все мелочи. И детский сад, это как раз таки очень решает актуальные вопросы, которые возникают у семей. У нас своя территория прогулочная, да, она находится под видеонаблюдением как внутри здания, так и снаружи. То есть попасть в детский сад просто так нельзя. То есть у каждого родителя будет код доступа для того, чтобы зайти,
позвонит домофон и, соответственно, как бы, ну, службу безопасности откроет. Также вечером вы приходите, забираете только со своими, как бы, как его называется, какими-то таблеточками, да, кодами доступа, приходите, забираете ребенка. Вот, своя территория непосредственно здесь, уже установлены все прогулочные маты, песочницы, качели. Вот, забор огорожден тоже по всей территории, соответственно, как бы, ну, ребенок с территории убежать просто не может и не сможет никогда. Самое главное, это безопасность наших детей, здоровье и безопасность, чтобы родители были спокойны, что дети живы и здоровы. Это самое главное, да? Пойдемте посмотрим. Это свободный живот. Безопасность. Выходите, здесь вот небольшая раздевалка, здесь группа рассчитана на 12 человек. У них большие комфортные туалеты, детские маленькие унитазы, соответственно, маленькие детские раковины. То есть все непосредственно для детей. И все три группы, они цветовые. Одна голубая, другая фиолетовая, допустим, другая зеленая. Туалет тоже. Манхэттен, а именно дома архитектура, и для торжественного вручения ключей мы бы хотели ее позвать сюда, Чернова Людмила Николаевна. Спасибо. Небольшой подарок от компании. Ой, спасибо большое, очень приятно. Спасибо большое. Совместно мы хотели запустить солнечные батареи. Людмила Николаевна, совместно с вами на отмечен, вы должны будете нажать на эту красную кнопку, и тем самым запустить солнечные батареи. Обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Пусть! Давай. Поаплодируем! Ну а теперь, чтобы не мокнуть под дождем, я предлагаю всем пройти в шоу-рум, где также... Алиса, включи свет. Вот, мы зашли в коридор, разделись при свете, заходим дальше в гостиную. Алиса, я дома. Алиса, я дома. У нас другие. Как мы видим, Алиса нам активировала увлажнитель воздуха, включила подсветку у телевизора. Включила чайник, то есть мы уже заходим в квартиру, горячий чай, можно сказать. Вот, это всего лишь маленькая возможность умного дома, она не ограничена совершенно. Вот, и мы можем сделать все, что угодно. Представитель Рубертека, который как раз-таки приехал из Москвы, руководитель отдела продаж, для того, чтобы презентовать этот пилотный проект в Татарстане, который реализован с компанией «Сварстрой». Это впервые в республике Татарстан. И они работают с крупным федеральным игроком в области девелопмента, это компания ПИК, и полностью оснащают их дома умными решениями. И сейчас расскажут они, какие вообще есть модули, сервисы, какие есть возможности у этой компании и у этих платформ. Всем добрый день, меня зовут Екатерина, я являюсь руководителем отдела продаж компании Rubitec. Мы IT-компания, которая с 2014 года очень активно занимается разработкой слаботочных систем, инновационных технологий в области различных продуктов. В частности, мы поставляем систему умного дома, инновационные системы охранно-пожарной, системы безопасности, беспроводные, системы домофонии, системы автоматической снятия показаний счетчиков. Все эти системы объединяются в одном приложении, когда пользователь из одного мобильного приложения может управлять всеми системами дома, и в то же время управляющая компания может получать информацию о необходимых параметрах жильца, это и счетчики, это показания воды, электричества, для того, чтобы пользователю было максимально комфортно пользоваться своим жильем, и в то же время управляющая компания максимально удобно управлять и эксплуатировать жилые комплексы. Совместно с компанией «Сувострой» и совместно с компанией «Леруа Мерлен», нашими партнерами по республике Татарстан, мы первые в Татарстане запустили систему умного дома, которая позволяет пользователям абсолютно комфортно, удобно, модно пользоваться своей жилплощадью.
все электроприборы, возможность установить и использовать кондиционер, и конвектора, и различные другие устройства. Это система безопасности, которая позволяет получать информацию в случае протечки воды и автоматически перекрывать воду. Позволяет получать оповещение о открытии двери. Ну и, конечно, использование различных сценариев. Например, когда мы заходим домой, автоматически включается свет, используем голосовое управление, не используем. Все зависит от того, что мы сами хотим. Умный дом — это очень здорово, комфортно, и нам очень приятно, что наши партнеры, которые являются, ну, наверное, лидерами по инновациям в Татарстане, такой интересный жилой комплекс представили сегодня вашему вниманию и запустили. Мы совместно этот проект запускаем, очень рассчитываем, что жители Республики Татарстан будут активно использовать его, эти решения, и активно пользоваться и принимать эти инновации в свою жизнь. Да, мы, соответственно, с своей стороны благодарим вас за то, что мы вносим такое упрощение жизни, да, и быта человека. И когда заходишь в такую квартиру, ощущение, что тебя здесь ждут, о тебе позаботились. Это помимо того, что технология, при этом это очень тепло и уютно. Спасибо. Безусловно. Ну и повышает уровень жилья. Да, однозначно. При том, что это можно сделать достаточно. Вот так все говорят. И предлагаю показать следующую технологию этого комплекса. Это солнечные батареи. Пожалуйста. Спасибо вам большое. Спасибо. Располагайтесь. Хочу вам коротко рассказать о уникальном проектном решении, которое было реализовано в данном жилом комплексе. Это солнечные станции. Ими оборудованы все три дома. На сегодняшний день это единственный реализованный успешный проект в Республике Татарстан. Коротко скажу, какие преимущества несут за собой, да, реализация данного комплекса. Ну, в первую очередь, это автономный источник электроэнергии. При аварии в общегородской сети жители этого дома остаются с электричеством, с электроэнергией. Это освещение внутри дворовое, это также придомовое освещение. Второе, самое главное на сегодняшний день, я думаю, да, ну, это экономия. Это экономия, реальная экономия денежных средств жильцов. Ну и третье, это экологичность. Потому что весь мир идет на пути использования возобновляемых источников электроэнергии. Ну, наверное, все, да. Вот общая площадь каждого дома составляет 112 квадратных метров. Это монокристаллические панели, это четвертый класс. На сегодняшний день это самый высокий класс безопасности, надежности. Автономное питание на сегодняшний день, да, до 10 часов. То есть аккумуляторные батареи позволяют накопить себе емкость до 10 часов. Знаете, это четвертое поколение, поэтому данный тип модели, панели, да, позволяет с меньшим охватом площади, да, выдавать максимальный коэффициент полезного действия. Но здесь опять же коммерческое решение, да. Это же инженерно, то есть были просчеты. Можно было охватить полностью крышу, но это будет, соответственно, удорожание. Поэтому здесь принято оптимальное решение. Мы со своей стороны, со стороны компании, выражаем благодарность нашим партнерам за то, что они помогают реализовывать новые решения в наших домах. Спасибо вам большое. Рубитеха в том, что компания предоставляет разные модули, и умный дом – это сегодня не такая дорогостоящая вещь, как была раньше, а сейчас очень доступная. Можно от 6 тысяч и выше приобрести любые модули. А модуль от квартиры, как он выглядит? Или как? Модуль мы, наверное, за ту самую потрясающую, наверное, среду, да, загадочность, вот ту самую умный дом, когда мы не видим, что происходит, но что-то происходит, все очень красиво, здорово и модно. Вот эти вот реле, они вставляются в подрозетник, они не требуют дополнительной проводки проводов. Это плюс в том, что они беспроводные, не нужно делать дорогостоящий красивый ремонт, который вы уже сделали. Это можно сделать уже после того, как вы купили квартиру. Неважно, да, это квартира. Можно, да, конечно, не обязательно все до основания, а затем, да? В этом и самый главный плюс, что все устройства, они беспроводные. Они не требуют прокладки проводов. Как я уже сказала, можно вставить подрозетник, вытащить, ставить, подсоединить провода. Безусловно, это должны делать, наверное, все-таки люди, которые с 220 имеют какие-то допуски. Лучше так. Наверное, да. Да, да. И уже дальше через мобильное приложение организовать среду, которая позволит всем этим. Мой Максим нам может продемонстрировать, как это работает. Поддерживать эту функцию.
Да, да, безусловно, это все приборы должны быть нашего производства. Мы, безусловно, поддерживаем различных производителей, но вот эти все приборы, они должны быть нашей торговой марки. Нет, я имею в виду, когда все приборы, это, например, с нами, уже внутри стоит маленький чип или прибор, и тогда мы полностью управляем этим прибором. Это сложный вариант, который требует как раз интеграции дополнительной. Простой вариант, когда мы просто включаем-выключаем прибор, например, мы это прекрасно делаем со всеми стиральными машинами, которые у нас подключаются через розетку, и если в случае произошло какое-то протечка воды, у нас происходит срабатывание сценариев, когда в случае протечки воды машинка перестает работать, и вы ни соседи не топите, ни свой дорогостоящий ремонт не портите. Это очень удобно, причем это бюджетное решение, которое доступно каждому, оно там от 5000 рублей примерно будет стоить на квартиру. Для нас, как для девелопера, да, очень это важно, потому что у нас структура предложений разные, стандартное жилье, комфорт, бизнес, премиум, и то, что есть разные возможности под разные ценовые бюджеты, то, соответственно, это очень актуально, потому что как раз-таки мы тогда предлагаем сервис не только вот в отношении там премиум или бизнес-класса, но и в целом. И плюс, безусловно, то, что можно как на этапе строительства, так и в готовых уже квартирах реализовать без проблем. Как раз-таки в данном шоуруме эта функция реализована тогда, когда дом достроен и как раз-таки интегрирован уже в существующую готовую квартиру. В чем установка, она не занимает большого количества времени. Да, очень оперативно, быстро было сделано. Скажите, а вот я за... Хотите? Алиса, я дома. Мы с компанией «Сулакстроит» впервые в Республике Татарстан установили умный дом в жилом комплексе «Манхэттен». При нажатии на телефон либо по голосовому помощнику включить либо выключить увлажнитель воздуха, чайник или какие-то электрические приборы. Также мы можем с помощью мобильного телефона включить либо выключить свет. Также мы можем настроить сценарий, с помощью которого по одной фразе он будет нам включать определенный прибор, такие, какие нам необходимы при входе в дом, либо при выходе. Теперь в квартире жилого комплекса «Манхэттен» при фразе «Я дома» Алиса активирует приборы, которые мы задали по сценарию. Например, увлажнитель воздуха, чайник, она включает свет, подсветку телевизора и активирует видеокамеру.